Здравия желаю, уважаемые зрители. Итак, проводим пятый опыт. Зарядка, как говорится. Зарядка с большим КПД через релеамрон по БТГ. Итак, что мы сегодня сделали, значит? Вот как шла проверка. Поставил эту батарейку. Это оказалось более, как говорится, продуктивной. Та черная, она вроде как мощнее, а по виду-то. И поставили вот этот движок на проверку. Значит, так. Вот. Вот его отсюда. Вот, кстати, он даже уже проверка кончилась, он продолжает, видите, движение. То есть, возможно, что и больше даже КПД. Но так вот сделали. Значит, что показало? Сначала я зарядил, значит, сейчас покажу. А вот этим устройством, что я в прошлый раз, вот этим устройством напрямую, то есть подалось сети через вот этот счетчик, вот, проверил. Значит, напрямую вот эта штука заряжал полчаса. Значит, берет 55 ватт. Ровно 55 ватт. Так. После зарядки я что сделал? После зарядки я подключил, значит, вот этот мотор вот к этой батарейке. Мотор к этой батарейке подключил. Так, зарядка была 30 минут. То есть, считаем 30 минут. Так. 30 минут. 55. Делим напополам на 2. 27,5 ватта. То есть, 27,5 ватта потратил, так? Проработала она у меня 26 минут. 26 минут. Тут у меня есть данные сейчас точные. Мама, не женись. Так. Вот она. Значит, вот видите, 26 и 20 минут крутилась. 26 и 20 сотых и 20 секунд крутилось. Заряжен напрямую. И остановилось. То есть я потратил 55 ватт. 55 ватт. Вернее, 55 ватт напополам. Я потратил 27,5 ватта. 27,5 ватта. Чтобы вот это у меня крутилось, значит, 26 минут, а 30 минут заряжал напрямую. А дальше я через релеамрон, вот он релеамрон, как видите, вот оно, через релеамрон включил, ну, как обычно, вот, как и те проверки, и тоже заряжал полчаса. Вот эту же батарейку. После того, как она разрядилась, заряжал полчаса. Далее что? После зарядки опять же включил вот эту. Вот. Так вот. И она у меня проработала 20 минут. Вот написано. 20 минут 12 секунд. А потратил я 11 ватт. То есть получается, она проработала, значит, насколько меньше? 26 и 2, вот, 26,2,
поделим на 20, на 20 и 12 сотых. 1,3, видите, получается, 1,3 сотых. А теперь 55 поделим на 1,3, да. 42, видите, 42. То есть я 42 ватта, значит, вышло 42 ватта с этого по времени, а потратил я 11. Что же у нас в итоге? В итоге 42 разделим на 11 и помножим на 100. 380 почти, видите, 382 почти, 381, 81. То есть КПД 382%, вот она. КПД 382% в итоге. Это опыт пятый. Вот. Опять-таки не будем спешить. Он показал 382%. А те опыты показывали там и 1000%, как я уже рассказывал. Вот из-за этих лампочек, вот они висят, из-за этих лампочек, которые светятся, если, как вчера рассказывал, если опускаешь, если напряжение на них подается меньше 9 вольт, они светятся вечно и от сети, и от выпрямителя, если подать 8 с чем-то вольт. Вот. Ни с сети не берут энергию, ни от аккумулятора не берут энергии. То есть также АКБ не разряжается и сеть счетчик не крутит. То есть вечные лампочки, но как, ну, вчера про это рассказывал, не будем на этом. Если кому интересно, посмотрите предыдущий ролик. Ну вот такие результаты. В общем, КПД 300, еще раз, 382% на этом, на данном этапе. Это пятый опыт, еще проведем 5 опытов, тогда уже сделаем окончательные выводы.